Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Lesson 72, урок 72, exercise 3, упражнение 3. Прочитай слова в каждой колонке и скажи, какие словосочетания из них можно составить. Первая колонка. Fish, a fox, a girl, a shot, a farmer, a forest, bread. Рыба, лиса, девочка, рубашка, фермер, лес, хлеб. Вторая. Shot, green, red, dirty, clean, lawn, brave. Короткий, зеленый, красный, грязный, чистый, длинный, храбрый. Третья колонка. Big, black, dark, blue, bad, funny, fat. Большой, черный, темный, синий, плохой, забавный, толстый. Четвертая колонка. Strong, ugly, clever, white, sad, nice, hungry. Сильный, некрасивый, умный, белый, грустный, милый, голодный. Только в первой колонке даны существительные, во всех остальных прилагательные. Таким образом, необходимо соединить слова из первой колонки со словами с второй, третьей и четвертой колонками. Таким образом, мы можем получить пары слов – существительное, прилагательное. Red fox – рыжая лиса. A clever girl – умная девочка. A long fish – длинная рыба. A dirty shirt – грязная рубашка. A sad farmer – грустный фермер. A dark forest – темный лес. White bread – белый хлеб. На первом месте стоит прилагательное, на втором – местоимение. По правилам образования словосочетаний в английском языке. На этом наше задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, пожалуйста, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.